Для приготовления ПП-пиццы филе индейки нужно нарезать небольшими кусочками. Сложить их в чашу блендера. Добавить соль, черный молотый перец, зубки чеснока, среднее куриное яйцо и овсяные отруби. Измельчить все до состояния фарша. Выложить фарш на пергаментную бумагу и распределить его тонким слоем в виде основы для пиццы. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Пока готовится основа, можно заняться начинкой для пиццы. Я нарезала шампиньоны, маслины, помидоры и болгарский перец, а также натерла сыр на крупной терке. Достать основу из духовки и смазать ее кетчупом или томатным соусом. Выложить начинку. Здесь можете экспериментировать и добавлять любые ингредиенты по вкусу. Кукурузу, лук, соленый огурец, ананасы и так далее. Посыпать будущую пиццу тертым сыром и специями по вкусу. Отправить еще раз в духовку на 15-20 минут. Готовую пиццу достать из духовки и украсить по желанию, например, базиликом. Приятного аппетита!